Меня зовут Леша. Вот, я пришел удивить жюри, гостей, которые будут, зрителей, ну, показать свое шоу. Я иллюзионист. Живу я с семьей. У меня есть маленький ребенок, жена. Вот мы втроем воспитываем семью, и моя жена является моей же ассистенткой. Очень много провожу времени с дочкой, потому что, ну, мне повезло, я не работаю, например, там, каждый день с 9 до 6, я ее также некоторым фокусом уже учу, хотя ей пока 3 года, она уже со мной там повторяет какие-то движения. Я там уже выезжал, ну, в Россию на конкурсы, да, и прям очень был рад, когда услышал новость о том, что вот запускается Centralizer Got Talent здесь, и никуда ездить не нужно, ты как бы просто доехал с дома до этого места и можешь показать свой талант, и чтобы больше людей увидели, им бы понравилось. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Сегодня буду показывать фокус. Я вам удачи желаю. Спасибо большое. Давайте. Давайте я тоже попробую сейчас сделать фокус-мокус такой. Угадаю, кто ваша супруга. С одного раза? Да.
Предполагайте. Брюнетка. Ты согласна? Вы правы, да, это моя жена. Одна. У нас был вопрос. Кто из них две красивые девушки? Это Елена. Так. Это Диана. Отличная подача, яркий драйв и настоящая магия. Спасибо. 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 Такая энергетика была на сцене. Спасибо. Мне номер понравилось. Я вообще такая наивная, я верю в всякие фокусы, да? Но я сегодня вам не поверила. Но мне номер очень понравилось. Спасибо. Молодцы, ребят, все очень грамотно, все получилось. Главное, что фокус удался. Успехов! Спасибо, спасибо большое. Очень важно для иллюзиониста держать вот этот темп на сцене, чтобы зритель поверил в вас, вы держали темп, вы настраивали нас на позитив и также выполняли свою иллюзию на высшем уровне. Вы супер команда, ребята, вы просто молодцы. Я говорю вам да. Спасибо. Я говорю да. Спасибо. Я говорю да. Спасибо. У вас 4 да, и вы проходите следующий Спасибо. Тур. Молодцы! Спасибо вам большое. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.